Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кром, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Unravel, уж кому как угодно. Так, ну вот сейчас я, в принципе, должен цепляться. Отлично, вот это как делалось. Все очень просто. Мотаем ниточку. Так, теперь здесь мы должны будем привязаться. Очевидно, да. Опа, хорошо, только никуда я не попал. Так, тут еще можно привязаться. Этот камушек двигается, я уверен. Да ведь? Да, я так и знал. Бам, отлично. И за ним еще одна ниточка. Ну давай тогда здесь тоже поставим. Сверху, я вижу, можно лезть. Отлично. Так, что-то падает. Тихо. Я так и знал. Просто экшон какой-то начинается, на самом деле. Так, тихо. Ух! Нормально. Я где-то внизу. А, не, я здесь. Больше не будет ничего падать, я надеюсь. А то я как-то не очень был готов к этому. Так, ну-ка. Так, прыжочек. Красиво. Красиво в никуда. А почему он не зацепился, понятия не имею. Попробуем еще раз. Может, прям... Блин, вот сейчас вообще как-то ужасно получилось. Давайте еще разочек. Но это нормально. Это разминка. Разминка в начале серии. Опять, я просто не нажимаю на прыжок. Вот в чем проблема. Кстати, не умираю. Это очень странно. Опа, видите, ниточка пропадает. Это из-за камня, из-за упавшего. И что, все? Рестарт? Я не хотел бы. Ну ладно. Некрасиво получилось, некрасиво. Давайте сделаем все красиво, чтобы такого больше не было. Вот как сейчас, например, я упал. Очень неприятно. Вот такого быть больше не должно. Сейчас мы сделаем все очень цивильно. Давайте сделаем это. С одного раза. Теперь я уже знаю, в чем там дело и где там собака порылась. Так что для нас сейчас это будет просто легче легкого. Ну-ка. Так, завязываем. Так, чуть-чуть назад отматываем, отматываем, еще отматываем, потому что сейчас не завяжется, не получится. Ну-ка, хорошо. Так, прыжок, поплыли. Сюда. Ну, это несложно, на самом деле. Главное, успевать. Блять, почему он не хватается? Вот там вот такая загадка для меня, на самом деле. Почему он там просто не хочет хвататься? Я прям на нее попадаю, и вот, нормально, хорошо. И вот! Ой, хорошо, отлично, даже подпрыгнул еще разок, чтобы точно... Нет! Бум! Я почему-то знал, что это случится, зная эту игру. Ух! Тихо, надо раскачаться и зацепиться. И цепляйся, отлично. Так, еще выше. Вот здесь можно сделать небольшой батутик для себя, чтобы прыгать. Так, цепляй и залезай. Хорошо. И наверх. И там еще выше. Замечательно, выбрались из этого просто, из этой кулаки. А, сюда что-то падает сейчас будет, надо близко к краю. Да, я так и знал. Так и знал. Я вижу уже сейвилку. Чекпоинт, отлично. Там змея какая-то ползает, маленькая. Вот я за ней прямо, ой, блядь, обратно. А нет, там наверх, наверх. Ууу, наверх. Хорошо. Очень вовремя. Так, пошли дальше. Просто знал, как будто бы. Тихо, тихо. Еще чекпоинт. Так, еще выше. Так, очередное воспоминание, судя по всему. Как кто-то по горам залезает. Да-да-да. Здорово. Так, что же нас ждет дальше? Дальше камни отрываться решают. Почему-то. О-о-о-о-о-о-о. Главное, чтобы сейчас какой-нибудь огромный... Пиздец. Вот это пиздец там. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Повезло. Хорошо, что капли остановили. Что за землетрясение тут происходит? Почему камни падают? Я такой маленький. Как вообще что-то может упасть из-за меня? Я же легкий. Невероятно. Да, но это тяжелый восход на самом деле. Ой-ой-ой. Ну там я даже не знала, что делать. А, все, я понял. До меня дошло. Смотрите, сейчас я вам покажу, что надо делать там. Так, вот сюда. И вот так вот, на себя. Спаси, сохрани. Хорошо, засейвила меня. Спасла и сохранила просто. Можно идти дальше. Какие-то залагавшие цветочки. А там, по-моему, дальше-то мы не сможем пройти. А что делать? А, я вижу, что делать. Так, вон там можно зацепиться. Оп! И тут как раз есть моточек для меня очередной нити. Отлично. Так, оп! Надо раскачаться. А куда только качаться? Оп, я вижу, вот. И там что-то еще... Ой, она оторвалась. Забавно. Оп. Хорошо. Так, сейчас на следующую.
Отлично. Ох, чуть-чуть еще бы и не зацепился. Вот сейчас будет очень тяжелый прыжок. Нет, блять, это было так близко. Это было так близко. А вот это было вообще некрасиво. Никогда так не играйте. Так, еще раз. Так. Тихо, тихо. Следующая. Вот это сейчас оторвется. Не хочет оторваться. Значит, вот это оторвется. Да, вот она. Так, сейчас будем... Будет прыжок. Там можно зацепиться за что-то, если красиво это сделать, то все, в принципе, получится. Давай, хорошо. Так, вот там можно залезть, так что надо раскачиваться так, чтобы прыгнуть и зацепиться там. О, боже, я сильно слишком раскачался. Оказывается, это возможно. Моток ниток, кстати, почти закончился, так что аккуратно. Оп. И прямо туда. Нет! Нет! Это платформа. Чтоб ее. С одного раза, естественно. Не всегда. Не всегда. Так, оторвалась. Хорошо. Чуть-чуть спускаемся вниз. И прыжок. Хорошо. И вот сейчас будет очень-очень важный, очень красивый прыжок должен произойти. Вот такой вот он должен быть. Прямо туда, куда надо. Поползли наверх. Странно, это какая-то... Ну да, это рельсы, видимо, они потоком, поэтому эта штука здесь. Ну, поехали. Так, чуть-чуть вниз. И раскачиваемся. Так, раз, два... Раз, и следующее. Красиво, не правда ли? Опа! Так, это что за фигня? Нет, 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 нет. Я нажимаю, но он не цепляется. Он не хочет даже пытаться вылезти после этого. Это печально. Почему он не пытается даже? Даже не старается. Из воды можно было выбраться, а из этого, из пропасти не выбраться никак. Так, ниже. Дальше. Что? А не, во-во-во-во-во-во, видите, как он это делает? И сейчас туда просто. Почему? Вы видели? Я был жив. Что там случилось снизу? Там я кто-то сожрал, что ли? Бред бредовый просто. Давайте еще раз это сделаем. Так вот, оп. Ну-ка, если я не сильно раскачаюсь. Да, я и так, в принципе, могу. Оп. Слушай, мне кажется, что я что-то неправильно делаю, если честно. Эту штуку можно раскачать, нет? А, ну я понял, в чем дело, собственно. Такое я тоже видал в играх. Сначала сюда... Потом сюда, потом сюда. И вот сейчас... Нет, блядь. Я зацепился. Я успел на этот раз зацепиться. Ничего страшного. На этот раз мы просто так не умрем. Так, давай еще раз. Да еще сильнее раскачаем. Так, оп. 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 И вот сейчас надо быстро, быстро. Не, не успею. Надо как-то, чтобы он по инерции. И пока она идет... Опа, вот так вот это делается. Ее чуть-чуть обманывать надо, чуть-чуть обманывать. Она слишком хитрая. Так, оп. Пошли сначала налево сходим. Мне кажется, что нам надо налево. Или нет. Попробуем повыше подпрыгнуть вот сюда. Есть вообще смысл сюда прыгать? Зачем я это сделал, непонятно. Ну ладно. Просто пройдемся в эту сторону. Мне уж интересно, что здесь есть. Тут, наверное, секретка, да, какая-нибудь? Или нам сюда и надо? Так, я вижу, можно зацепиться слева. Так вот, оп. Еп. И теперь в другую сторону. Вот так вот. Не, похоже, я иду все-таки правильным путем. Так, только вот сейчас проблема будет. Надо будет зацепиться за эту штуку. Но я думаю, что это на самом деле не проблема. Главное это успешно нажать на клавишу и очень вовремя. А так вообще никаких проблем. Так, в другую сторону, я понял. А, типа, тут нет прохода написано. Или не трогайте под напряжением. Это, кстати, так и может быть. Так что нужно быть аккуратным. Какие-то замочки. Забавно. О! Еще одно воспоминание. Кто-то здесь был. Они на рельсах были? Что они делали? Замки... А, это любовные замочки. Типа, они свою любовь скрепляют. Ля-ля-ля. Ну, вы же знаете это. И все. Куда? Повезло. Что это такое там? Восьмерочка? Бесконечность, типа? Любовь, бесконечность, все дела. Да, понятно. Я думал, сейчас это продолжение будет этого. Ну-ка, ну-ка. Сейчас посмотрим на новые фоточки, что нам там добавилось. Плюс воспоминания еще. Угу. Enter. Off the rails. Брошенные рельсы. Это как-то так переводится, на самом деле. Типа, вот фоточка около какого-то амбарчика. Не такая нормальная. Горы как раз те самые.
ДК, кстати, который мы видели. Вот как раз поход по путям. Пути тут такие новые, на самом деле, а там какие-то реально брошенные пути. И вот та самая восьмерочка, которая оторвалась. Последняя фотография, где была на. Так, ну что, поехали дальше. Серия-то у нас коротенькая получается, а это нехорошо. Пошли искать дальше. Там я что-то сверху, по-моему, не мог активировать. Может, сейчас это активируется как раз? Будем на это надеяться, во всяком случае. Так, тут я прошел. Две эти штуки я тоже прошел, конечно же, да. Так, может быть, что-то выше этой выше фотки есть? Так, я могу вот здесь зацепиться? Отлично, сейчас мы раскачаемся. Там сверху еще, помню, что-то было, что не хотела категорически почему-то активироваться. Это ты не хотела? Down and hole. Теперь можно, отлично. Вниз, а в пещеру, либо в какую-то дыру. Не знаю уж, какую дыру. А может, вообще это по-другому переводится, я опять неправильно перевожу по-своему. Это тоже, в принципе, возможно, это похоже на меня. Ну, поехали. Тут. Опа, следующая фотография. Это какая-то стройка. Какая-то каменоломня, может быть. Ку-ку. Двойные загрузки, а потом будет тройные, наверное. Так, паучок, ворон и я такой красивый и молодой и шерстяной. Пошли. Но пока к нам враждебных мобов, кроме крабов, я никого не видел. Таких, чтобы прям сожрать меня хотели. Так что ничего страшного. Оп, блять, упал. Нормально. Оу, ударило молнией. Ничего себе. Так, это какая-то земля. Блин, какая игра классная. Твою мать. Вот это да. Надо бежать. Смотри, он уже испугался, бежит. А, холодно. Дождик. Но дождь мне вряд ли помеха. А, все, закончилось. Дальше некуда. Надо возвращаться. Вот моточек ниток. То, что нужно. Давай-ка сюда. Это типа приватное место. Ну, сюда нельзя посторонним. Да, плохо, конечно, плохо. Сначала все так хорошо, а теперь все так ужасно. Это теперь не прогулка, это выживание. О, первое воспоминание. Рабочие кого-то несут. Чего? Что за бред? Так, а как эту штуку опрокинуть? А, понятно. Сюда. Так, это мы двигаем. Во имя чего мы это делаем? А, я вижу, сверху можно зацепиться. Только как? Как я это сделал? Еще у меня нитка кончилась. Беда. Надо как-то с помощью этой штуки, может быть. А, я понял. Пожись, я понял. Да. А как ее подвинуть, чтобы она тоже двигалась? Ну-ка. Она надо, чтобы тоже со мной пошла. Она не хочет двигаться? Или она... Ты, если я тебя возьму, ты пойдешь? Она не хочет браться. А эта штука подвинет ее? Не, она ее не двигает. Так, иди-ка сюда, а я вот сюда. И вот теперь смогу подвинуть? А не двигается, лол. Почему? Я ж не смогу без нее. Я себя мог куда-то ее скинуть. А, все, я вижу, здесь можно зацепиться сверху. Я только сейчас заметил. Все нормально, поплава. Небольшая поплава. Это в порядке вещей для меня. Так, сюда. Так, теперь вот сюда. И. Не смог. Сейчас вот сверху. И оп! Ну же! Неправильно выпустил. Там, наверное, еще какой-то моток будет. Ну же! Да ёб твою мать! Почему ты подпускаешь после нажатия? А не одновременно. Что за бред? Так, еще сюда. Сейчас сделаем все. Это нормально. Это нормально, что у меня чуть не получается. Понимаете? Люди, они такие. Вот. Одновременно делай, пожалуйста, это. Оп. Оп, хорошо. Так, делаем здесь одно крепление. Спускаемся чуть ниже. Сейчас немножко раскачаемся. Нам срочно нужен чекпоинт, потому что нити не хватает. Вон, кстати, та самая нить, которая мне нужна. Так. Сюда просто иди. Отлично, все. Вот теперь нам хватит мотка нити. Хотя я, наверное, зря оттуда ушел. Я потому что там вряд ли что-то смогу сделать. Надо отсюда что-то пытаться. Нет, обратно не надо, не падай, пожалуйста, я тебя прошу. А потом опять это все проходить, а кому это нужно? Нет. Давай еще разочек. Так, оп! Красиво. Так, сверху есть что-то? Я не могу осматриваться. И чего я сюда залез? Не понимаю. Не понимаю, совершенно. А подпрыгнем, попробуем в ту сторону. Вообще ничего нету.
Так, ну так я нитку просто использую зря, так что давайте-ка отмотаем ее с этой стороны, она чтобы не тратилась у меня. Просто реально, было бы кнопки какие-то для осмотра, я бы осмотрелся, ну ладно. Просто реально непонятно, двоими чего. А, ну все, понятно. Там сверху еще что-то есть. Видите, игра тут ставит как ловушки мне вот эти штуки. О, сейчас пролетим. Сейчас, блядь, пролетим, я чувствую. Только бы не на эту заградную окошечко так попасть. Уу! Видели, как это было? Просто невероятно. Хорошо, что она не под напряжением. Хотя, какая разница, я все равно не живое существо. Ну, в смысле, что я не этот, не из плоти и крови. Хотя сейчас, наверное, ток я провожу, потому что я мокрый. И током дернуть меня может все-таки. Бежим. О, ворона. Так, тут что это тут? Какое все ужасное. Все такое было доброжелательное, а сейчас все такое злое. Что прям даже не знаю. Так, господи, как молнии-то херачит. Просто жесть какая. Пойду моточек соберу. Чекпоинт. Все, теперь можно и вниз. Так, оп. Посмотрим, что там впереди. А впереди у нас воспоминания очередное. Тут тоже, наверное, какие-нибудь строители. Тут вообще какие-то в биокостюмах ребята. Страшные. Попробуем завязать, может это пригодится нам. Ну там вот эту штуку, может, надо внести. Мне кажется, что она пригодится мне сейчас реально. Не просто так мне дают эту возможность, я уверен. Игра просто так не разбрасывается. Хотя иногда разбрасывается специально, чтобы я не знал. Так, ну да, вот, собственно, для чего она и нужна была. Так, ага, я вижу впереди бочки, здесь можно будет цепляться в случае чего. Так, сейчас надо будет аккуратно. Сюда. И сразу, наверх, туда просто. Раз. Там еще вторая бочка. Она сломалась, а что делать? А как быть? А как жить-то дальше? Жить-то как? Нет, а я вот сюда, оп! Вот так вот он играет в эту игру, просто невероятно. Все, можно идти дальше. Что он делает? Какие движения он совершает? Просто посмотрите. Текс. Чекпоинт. О, я впереди вижу жижу. О, боже мой. О, господи. Блях. Ужасно. Так, ну, я так понимаю, вниз нам лучше не прыгать. Мы там растворимся просто. Я вижу секретку, а я вижу сверху еще вот эту штуку. Так, давай-ка мы вот так вот аккуратненько пройдем. А как нам секретку достать, интересно? Я бы не хотел попытаться. Хотя, ну-ка. Ну-ка, чуть ниже. Нет, там я вижу дно, в принципе, мы, наверное, не сможем. Да, не сможем. Сейчас мы аккуратненько так спрыгнем. Оп. Если это, в принципе, отодвинуть каким-то образом, ну, они же хрен подвинутся. Естественно. Я не знал. Я не знал, что это так работает. Ну, тогда я сейчас секретку-то достану одну. Это правда. Не... Простите. Неожиданно как-то. Ой, господи. Ну, ладно. Теперь мы знаем, что будет, если прыгнуть в жижу. Будет жидкий я. Так, оп. Хорошо. Так, сюда мы встаем. Отлично, назад, назад. Так, там жижи вроде нету, да? Тут что-то какая-то бутылка с химикатами. Боже мой, тут сплошные химикаты. Так, берем секреточку и уходим отсюда. Пошли толкать бутылку. Может, бутылка мне даст чего-нибудь. Бутылка даст мне возможность подняться. Вот что она даст. Где чекпоинт? Это что вообще такое? Тут две штуки, нет? Ну ладно, неважно пока. Так, прыжочек. Я вижу сейф. Только как до него добраться? Никак пока что. Вон цепиться можно. Нет, не зацепился. Так, еще раз. Раз, и оп. Алле, оп. Так, что нам там выше? Ничего не вижу. Здесь я могу тоже, типа, поставить свою нить, но вот смысл только ставить ее сюда, непонятно. И вверху там ничего нету, но не просто это же так дает мне возможность здесь зацепиться, просто зачем, непонятно. Не совсем. И что я делать тогда должен буду? Серьезные вопросы назревают. Хотя, не, я понял, что я должен делать на самом-то деле. Я все очень даже понимаю. Опа! Сейчас нити может не хватить, я зря там закрепился, наверное, или нет. Не, нормально. Все хорошо. С запасом я гуляю. Так, да что ж такое-то? Почему он тихонько нить свою отпускает? Я так не запрыгну. Ниже, ниже, ниже. Так, и вот так вот. Отлично. Чекпоинт. Следующий. Попробуем спуститься вниз. Мне кажется, эту бочку надо будет ронять почему-то. У меня такое ощущение.
Так, здесь можно сделать прыжочек. А, не, я не, это не для прыжка, на самом деле. Это чтобы вот эту бутылку вывести отсюда. Сейчас мы ее заберем с собой сразу. Не знаю, зачем она нам. Но, как обычно, пригодится. Так, и вперед. Тутой, просто. Оп. Она плавать, наверное, умеет. Пожиже. О, господи Иисусе. О, боже ты мой. Это очень страшно. Это очень страшно. Так, бутылочка, иди-ка сюда. Эх. Я пытаюсь зацепиться, не получается. Пускай плавает. Не знаю, правильно ли это движение или нет, но... А! Такое ощущение, как будто он утонет сейчас. Так, окей. Я пока не понимаю, что я делаю. Сейчас она еще отвалится, наверное, да? Нет, смотри, держит меня. Так. Тихо, тихо, тихо. Так, а что если я завяжусь здесь? А, ага. Да, у меня есть уже мысли небольшие, как можно это провернуть. Так, спускаемся, держимся. Тихонечку разгоняемся, так. И ю-ху! И назад нахер. Потому что сейчас все вывалится. Замечательно. Теперь эти бочки еще можно использовать, помимо того, что они упали. Они же теперь еще и удобно для меня. Хотя, надо вот здесь вот опять хвататься, чуть-чуть ниже, и вот сейчас разгоняться. Главное не упасть в воду. А! Страшно, страшно, мне страшно. Тихо. Спокойно. Так, прыжок и туда просто. Нафиг надо там оставаться. Так, а как я вот это должен достать? Игра, ты что, издеваешься? Ты думаешь, я не смогу достать ее? А я такое, что смогу. Так, сейчас разгонимся. Блин, как я близко к воде, прям ужасно. Так, раз. Два. И три. Уи! Не попал. Ну ладно. Секретка. Хрен с тобой, на самом деле. Одна у меня уже есть, я буду ей радоваться. Нет! Из этой воды хер еще выберешься. Она насмерть здесь просто съедает. А может там что-то есть в этой бочке внутри, а? Может я что-то не вижу? Там есть что-то? Не, она сквозная. К сожалению. Давай! Хорошо. Она еще упасть хотела. Так, начала кряхтеть. Так, внизу у нас... А-а-а! Поехали. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Какие дожди, какие... Какие места? Тихо. Поехали. Ну, спокойно. Можно немножечко покататься. Так, очередной сейф и пропасть невероятная, которую хрен знает как преодолеть. Ё-моё. Дерево упало. И камни полетели. Нет, нет, нет. Я в воду не пойду, я в воду не пойду. Там плохо. Я думал, там хватит этих камней. Ну что-то они падают и падают. В этой жиже все что ли растворяется? Жесть какая. Так. Ну поехали. Сейчас будет невероятные прыжочки, 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 блядь. Еще прыжочки? Прыжочки! Живи, блядь, живи! Я тебя прошу, господи Иисусе. Не смотри, все, и нет, господи, как там что вообще? Дыра. Блин! What the fuck is going on? Вы видели вот этот вот булыжник последний? Я его как должен проходить? Есть идеи? Он летит, но там если в одном месте остаться, он пролетит сверху. Вроде как. Нет, 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 самоубийца, самоубийца, самоубийца. Вот здесь лучше стоять где-то, по-моему. Он пролетает насквозь вроде как. Тихо, 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 он летит, я слышу. А-а-а! Ну, такое на самом деле. А я не знаю вообще, как его парировать-то. Он летит просто... Там вообще не за что цепляться. Вот дерево падает, и ничего, вообще нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Вообще нету. Ну давай, живи. А слушай, а если я вот так сделаю? Во, я жесткий, а? Только дальше то, что сейчас камень пролетит последний, и все, и ГГВП. А-а-а. Вот оно что. Ну, до такого я бы точно не дошел. О, боже, пошли дальше. Сейф. Так, машина. Я надеюсь, машину двигать не придется. Там что-то на цепи. Собака, нет? Оголенные проводки. Нормально. Тут они повсюду. Не работает. Так под провода-то оголенные. Как и они что-то ничего работать не будет. Сюда зацепиться можно? Нельзя. Хотя вон там вот есть. Не достану. Надо, наверное, с другой стороны пытаться залезть отсюда откуда-нибудь. Нет? Вообще ниоткуда.
Я не вижу ни малейшей возможности даже пока что зацепиться за что-то. Ну, с той стороны что-то есть, но до нее не достать. Нужна... А, вот, коробочка. Пошли, коробка. Так, сюда. Еп. Так, эту штуку двигать-то надо? Она не двигается, хотя... Не, не двигается. Так, вот это, наверное, двигается все-таки. Ну-ка. Может, не в эту сторону, может, в другую? С этой стороны двигаешься? Тоже не двигается. Так, этот включается, хорошо. А что, если повыше посмотреть? Есть ли что повыше тут у нас? Ну-ка. Вроде ток заработал, но я думаю, что здесь еще что-то нужно сделать. Да, вот я вижу розеточка. Иди сюда. Втыкайся. Есть? Вроде есть. Так, еще может что-то включить? Там сверху еще можно прицепиться. Ну-ка. Вот здесь вот что-то есть. Какой свет в конце тоннеля классный. Только непонятно, зачем он нужен. Так, с этой стороны я зацепился. С той стороны вроде все есть. Так, давай-ка отсюда вылезем наверх. А то сейчас нитки опять не хватит. Нитку надо экономить. Я все еще помню, как эта игра работает. Так что... Нет. Все в порядке со мной. Так, ага, вижу, вот здесь можно зацепиться. На, зацепился. Так, теперь все под током. Здорово, здорово. Надо, чтобы до нее добраться, зацепиться вон за ту штуку сверху. Так. Попробуем. Хорошо, есть такое дело. Роп, роп. И прямо на кнопку, а? Красиво. Так, вот он поднимает. Опускает. Поднимает, опускает. И в чем, собственно, смысл? Или она теперь работает? Не, без меня она не работает. Так, он поднимает сначала высоко. Опускает. Опускает. Я не понимаю, но если я отхожу, он сразу ее отпускает. Так. Это очень интересно, потому что я не знаю, что делать. Сразу, причем, моментально. Так, и что? Слушай, я бы сюда что-то поставил бы на эту клавишу. И тогда бы был бы смысл какой-то. А так вообще какая-то билиберда получается. Не, я даже, ну это физически невозможно. Та коробка бы пригодилась, наверное, бы. Тихо-тихо. Попробуем. Я не знаю, что... А как эту коробку? Ты не перетащишь ее вообще никаким образом. Видишь, типа, все. И чё? И дальше чё? А, может быть... Не может быть, на самом деле. Отсюда не попадешь туда никак. Как бы ты не хотел этого. Надо что-то вот здесь по ним получить. Должно что-то получиться. Только что... Зацепиться-то не за что. Там вот тросик какой-то есть интересный. Я бы его по возможности бы потрогал, но... А что бы ты себе на ток встану? Ну-ка. Ну да, понятно. Все-таки убивает. Но мало ли, надо было проверить. Просто реально, а что тогда в том случае делать? Что-то я пропускаю. Явно что-то мне не хватает. Что-то я упускаю. Хотя, а если эту коробку здесь еще оставить? Ее можно поставить наверх туда? Да, смотри. Можно еще здесь оставить. Но там подняться не получится. Такие дела. Хотя, подожди. Дай-ка попробуем там подняться хоть как-нибудь. А-а-а! Все. Разгадка открыта для меня. Смотрите, мы сначала просто залезаем сюда, оставляем там крепление и уходим оттуда. Вот и все. А потом эту коробку переносим, а потом все включаем. Просто не в том порядке сделал, и все. Все, и пошел я отсюда. Иди туда. Можно сразу ее прям поставить, чтобы она была на кнопке включения. Пускай там работает, когда включится. И все, я могу спокойно... Или не смогу. Смогу же, ну. Почему нет? А вот отсюда можно залезть, хорошо. Ну все, тогда без проблем. Так, врубаем. Я сказал, врубаем. Алло, врубаем. Врубай. Тяни. Тяни, толкай, хорошо. Так, теперь мы завязываемся здесь. Готово. И там включаем. Опа! Не получилось. Эпа! Хорошо, второй раз. Так, это мы тоже включаем. Пауэр готов. И там пошла уже работа без меня. Я так. Для красоты здесь. Так, там что-то есть. Должно быть зацепиться. Я здесь могу зацепиться, в принципе. Так. Хорошо. Ну-ну-ну-ну, вниз. Сейчас. Видите, дело уже сделано, можно сказать. Осталось только
прочитать верно вот этот подъем отпуска. Сначала выше, потом ниже. Так, выше. Сейчас будет ниже. Бам. Вот сейчас выше. Готово. Тихо. Как бы это... Может, трос оторвать? А нет, нормально. Бум. Хорошо. Пускай там дальше бьется. Я пошел дальше. Вот, собственно, и все. Никаких сложностей. Игра предельно проста. Да и безобразие. О, секреточка снизу. И очередное воспоминание. Тут какой-то... Что-то он как будто бы расстроен чем-то. Забрали. Так, снизу я видел... Ну, каска лежит. Ничего себе, а что она лежит здесь? Ну-ка, иди сюда. Так. Давай-ка мы туда ее подвинем. И что, зачем это все? Ну, если я здесь зацеплю, то что? Ничего же не изменится. Наверх ее не затащишь. Ну, ладно. Пускай здесь пока будет. Может, вообще не надо ничего тащить? Едет. Что ты едешь? Все, не едешь. Просто я не понимаю, зачем эти крепления пока. О, тихо, здесь вроде все в порядке. А, вот сюда, наверное, каску-то надо, походу, кидать. Да-да-да. Видимо, так и есть. Ну-ка, цепляем. И ничего не получается в итоге, да? Вот сюда, вот сюда. Это раз, допустим, да, получилось. И вот отсюда цепляем вот сюда. Только я что-то там лишнего потратил. Подожди, ты что не зацепил? Почему? Оп, хорошо. Теперь каска пойдет со мной. Пошли, каска. С наушниками такая классная. Рабочая. Давай, давай, давай. Надеюсь, чекпоинт рядом, потому что я много нитей зря использовал. Может не хватить сейчас из-за этого. Из-за того, что я так затратно ее юзал очень-очень. Да что ж такое? Она такая легкая. Она такая поворотливая. Иди, иди, иди туда. Так вот, оп. Давай, давай. Вот, вот так вот все. Теперь получится. Да, сейчас чувствую, не доберусь. Давай, 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 давай. Нет. Слишком много использовал. Придется 4 стартиться. Но вот видите, нельзя просто так цепляться. Только если знать, что нужно делать. Не всегда так получается. Давайте сделаем теперь это красиво и правильно. Этот чертов дождь, он повсюду. Он везде меня преследует. Так, там как будто сверху за что-то можно было зацепиться. Начнем, допустим, вот с этой. И вот с этой. Он так ведь зацепится, если я здесь сейчас зацеплю, верно? Должен получиться. Да, отлично. Теперь вот здесь вот. И все, и пошли за касочкой. Где она тут красивая? Залежала, завалялась. Даже где-то здесь была. Оп, секретку достал на этот раз. А где каска-то? А где она? Подожди. Подожди. Вот ты где. Она уже здесь лежит? What? Окей, ладно. Сейф, видимо, какой-то своеобразный сработал. Ладно, без проблем. Я такой, типа, чего? Каска же где-то там валяться должна. Ладно, ладно. Так, сверху можно зацепиться за что-то. Пока что не за что. Так, давай подвинем тебя сначала в ту сторону. Посмотрим, что у нас с этой стороны можно сделать. Ничего, походу, да? Лопата меня не пускает. Ну и ладно, хрен с ней с этой лопатой. Пошли обратную сторону. Можно сделать, кстати, батутик маленький. Я только что заметил. Да, и он мне сейчас пригодится как раз. Я чувствую, здесь я сейчас попрыгаю много. Так, раз. И два. И вот сюда. Так, сейчас мы будем что-то там использовать. А, нам надо в кабину, похоже. Сейчас будем экскаватором. Экскаватить. Только что, сейчас узнаем. Очередная нить. Так, внутрь. А, мне сюда что-то нужно, чтобы пролезть. Чего-то не хватает. Есть тут какая-нибудь вещица? Что-то, похоже, нету. А может, я могу все-таки запрыгнуть там, не? Просто сиденье так неудобно, там не за что цепляться. А, не, все нормально, я и без этого-то смогу, собственно. Какие проблемы, я же могу вот так сделать. Оп. И, але, оп. Хорошо. Так. Ну и теперь пробуем... Куда ее там, в какую сторону толкать-то? Надо зацепиться сначала за нее, вылезти отсюда. Как я это сделаю? Подожди, бред какой-то. Ну давай сюда тогда ее сам тяни. Нет, отсюда не получится. Хотя, подожди. Не, не подожди, отцепляй. Так, вот сейчас... Вот отсюда можно ее зацепить?
Нельзя. Ну, скотина, а как же с тобой поступить тогда? Кресло двигается, нет? Кресло вообще отказывается двигаться. Как не пытайся. Типа, вот если я вот так зацеплю, то все, получается. Уже ее хрен подвинешь. Ну двигайся ты, ё-моё. Мне не хватает места, чтобы двинуть ее. Твою там мать, а? А как же тогда? Ну давай, расцепи еще раз ее тогда. Сейчас попробуем что-нибудь придумать. У меня же лассо должно дотягивать туда. Точно. Вот я дурак. Хотя, подожди, насчет дурака. Еще неизвестно. Все равно ничего не работает. Это сиденье сраное, не хочет совсем двигаться. Из-за этого сиденья ничего не двигается, да. Снизу, может, что-то есть там. Я вообще ничего не вижу, что там снизу с этим сиденьем. Оно мешается мне! Ха-ха! Жесть просто какая-то. Надо подумать. На самом деле непонятно. Да реально, почему-то здесь я туплю. Я просто сейчас пытаюсь придумать, а что я могу сделать? Может, через окно выпрыгнуть? А может, нет? Может, снизу что-то есть? Слушай, подожди, а я же могу ее просто сам руками схватить. С той стороны, допустим. Сюда можно запрыгнуть? Нельзя, хорошо. Допустим, руками... Ты берешь ее, нет? Блять, какой он гиперактивный. Не хватается он за нее, видите? Это проблема. Снизу вот эта штука. О-о-о-о! Серьезно! Это было все настолько просто, боже мой. Дох. Нормально. Проход открыт. Ой, иногда я сам себе сложности создаю просто. Почему это происходит? Ладно. Так, а что дальше? Дальше просто пройти или что? Или как? Хотя я мог вообще, кстати, тут уже в натяг надо ее отвязывать потихоньку. А, нет, она мне сейчас нужна. На самом-то деле, что-то я поторопился. Так, вот сюда. И вот. Хорошо. Так. Мне бы сейчас где-нибудь моток ниточек бы пригодился. Не за что цепляться. А, и не нужно ни за что цепляться. На секундочку, да. Дайте сейф, пожалуйста. Так. Оп. Хорошо. Что-то перепрыгнул. Какая-то коробка. А, там прицеплено что-то. Это, видимо, то, что я ищу. Да-да, это крабик, ей! Или паук. Ах ты, сволочь! Даже не думай! Скотина! Нет, это мое, она же не блестит, какого черта, отдай мне ее сюда. Вот сукина дочь! Я-то думал, это все. Я думал, ГГВП, а он унес ее. Вот скотина. Блин, слушайте, а неплохо вышло, правда? На самом деле, несмотря на то, что такая подстава, да, казалось бы... О, кстати, тут что-то слева-справа, вот эти две штуки. Эти появились, а они вместе с этим... Забавно. Ладно. Что ж, дорогие подписчики, я думаю, что пока что мы с вами закончим и продолжим с вами уже в следующей серии. С вами был Крон. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующей серии. Всем удачи. Всем пока.